Всем огромный привет! Я сейчас нахожусь в магазине «Маяк», по-другому называя светофор, потому что наш «Маяк» – это светофоры в других городах, где хороший ассортимент. В наших светофорах в уральском регионе смотреть нечего, пустые, бедные, а здесь изобилие товаров и вижу много интересного. Не снимала больше года, зашла на сайт и смотрю, написано «Больше не работает». И все это время я думала, что магазин закрыли. Мне даже кто-то писал, что его закрыли. Оказалось, что закрыт был временно, скорее всего, ревизия. И поэтому обзоры не снимала. Но сейчас это буду делать чаще. Универсальный бесфосфатный стиральный порошок. 3 килограмма, цена 188 рублей. Стандартный состав в составе 5-15 неонный ПАВ. Нужно будет ставить на дополнительное полоскание, а так в целом ничего страшного не нашла. Детский порошок, возраст 0+, 4 килограмма, 302 рубля. Порошок для стирки детского белья Вине, 2,4 килограмма. Я не нашла цену, может быть, только выставили. Это тоже детский порошок, но состав у него более сильный. Отстирывать, конечно, будет лучше, но для детей не совсем подходит. 3 килограмма. Цена 239 рублей. Порошки намного сложнее выстирываются, чем гели, поэтому в последнее время стараюсь отдавать предпочтение гелям для стирки. Детский стоит за 1,5 литра 252 рубля и в канистре 5 литров 418. Такой гель покупала в Галамарте, цена была выше, здесь стоит 100 рублей. Объем 1 литр. В целом неплохой, хорошо отстирал, но у него много воды в составе. Не самый экономичный расход. Красивая упаковка, написано «Натуральное мыло шоколад». Но как оно может быть натуральным, если в составе лауред и есть диталонамин? Вводит в заблуждение. 150 рублей. Кухонные весы от марки Scarlett. Максимальный вес 8 килограммов. Симпатичный дизайн, цена 516 рублей. От батареек работает. Этот чайник заварочный, цены пока нет. Может быть, новое. Спиральный тепловентилятор 906 рублей. Чайники, отпариватели и утюг. Термобутылка для автомобиля, металл с герметичной крышкой 350 рублей. Я так поняла, только фиолетовый. Мельница. На мельнице разные отзывы. Как лотерея. Кому-то везет, кому-то нет. Цена 90 рублей. Ну, цена отличная. В фикс-прайсе, похоже, только меньше объемом. Стоило вроде 99 рублей. Рядом еще одна термобутылка с ручкой, карабином, 500 мл, сталь и покрытие антискользящее Soft Touch, 529 рублей. Эта терка выглядит точно так же, как моя дома. Не уверена, что производитель такой же, но металл здесь немного тоньше. 210 рублей, три цвета. Стеклянная крышка с силиконовым ободком подходит на разный диаметр. 22, 24, 28. Цена 440 рублей. А, и на 26 еще. Три цвета. Пластиковый рай. Заинтересовала квадратная. Скажу сразу, что такие неудобно хранить. Неудобно ставить на плиту, потому что по краям они не нагреваются. Если только у вас не огромная плита. И она очень тяжелая, так как материал чугун. Ручка съемная. Россия, производитель, 1400 рублей. Я не поняла, как она снимается. А, вот, здесь крепление. Ну, очень тяжелая. Такая должна быть. Перед тем, как использовать, нужно будет прокалить солью. Набор столовых приборов. Чайные ложки, столовые, по 3 штуки и вилки. 406 рублей. Магните дороже стоят. Щипцы кухонные. Мне кажется, такая же история, как в фикс-прайсе. Это не нержавейка. 32 сантиметра, 72 рубля. Ну, хотя бы цена ниже. Ножи, наборы. Набор кухонной утвари 182 рубля. Белизна в таблетках, удобная упаковка с крышечкой. 147 рублей, 100 штучек, окажется меньше. Цены на лампы в светофоре вне конкуренции, всегда намного выгоднее. 49 рублей, 8 ватт, соколь Е27. Эта лампа стоит 73 рубля, аналогичный цоколь 20 ватт. И 15 ватт 75 рублей. Нейтральный холодный свет. Есть канцелярия, детские игрушки. Если вам интересно, пишите в комментариях, я покажу в следующем обзоре.
Вижу сумку, такую же, я имею в виду, такой же марки, продается в Магните, 259 рублей. Надо же, цена намного ниже. Махровое полотенце с разнообразными. Так, махровое полотенце 50 на 90, 304 рубля. Они тоненькие, ворс жидкий. Эти, наверное, также стоят. Нет, они размером 130 на 70. Аналогично, хлопок 384, однотонные. Яркие вафельные полотенца 210 рублей, 25 на 150 сантиметров. Буйство красок. Постельное белье, подушки практически не отличаются от светофоров. Но ассортимент здесь однозначно больше. Тоже пишите, если интересно, сниму, расскажу. Меня спрашивали о подушках, какие предпочитаю. Я уже говорила, что бамбук не советую, быстро сминается. Кашемир, шерсть яка нравится. Пух-перо сложно ухаживать, только просушивать, стирать нельзя. Также понравилась подушка, точно производителя не помню. Зима-лето с охлаждающим эффектом. Я на канале ее показывала, рассказывала. И сейчас использую анатомическую. Юшвей стандарт. Мне она тоже нравится. Очень комфортная и невысокая. Слева от бытовой техники находятся подгузники. Такие я не видела. 765 рублей. 48 штук размер М и L 42 штуки. Коврики. Детскую такой можно постелить. Цена 641 рубль. Раскупили, одна штука осталась. Размер 1 метр на полтора. Ну, понятно, что это синтетика. Вот такой, 405 рублей. 80 на 1,2 метра и 199. Самый простой. Эта подушка стоит 170 рублей, размер 40 на 35 сантиметров. Материал рогожка. Однотонные, разноцветные, с орнаментом, 170 рублей. Сколько стоит подушка, неизвестно. Написано «Эффект льна. Волшебная ночь». Коллекция текстилей из рогожки. С другой стороны, есть цена. Подушка 40 на 40, 247 рублей. Подголовник эко-кожа, 30 на 20. Автомобильная. 171. Но хуже, чем в фикс-прайсе. И, соответственно, цена ниже. Заинтересовала штора готовая. 165 на 270. Цена 1200 рублей. Материал рогожка. И рогожка не тонкая. Расцветки приятные. Однотонная серенькая. Синяя, коричневая и темно-серая. Самая выгодная цена, если сравнивать с Леруа, также с фикс-прайсом. Коврик универсальный можно для прихожей, ванны купить, для лотка питомца. Для посуды не советую, для фитнеса тоже не стала бы брать. 311 рублей, размер 47 на 85. Двухсторонняя стремянка, 3 ступени. Высота рабочая 2,3 метра и максимальная нагрузка 120 килограммов. Весит примерно 4. Гладильная доска такая же в светофоре продается. Ну, я уже говорила, это у нас и есть светофор в Екатеринбурге. Не ожидала я сюрприза в виде авторской музыки. Термосумка 24 литра, 387. Размер сумки 40 на 30 и на 20. На молнии. Синяя, зеленая. Средненькая по качеству. У меня толще была. А, вот такие цвета. Самоклеящаяся напольная плитка. Влагостойкая. Характеристики можно посмотреть, но я не нашла цену. 18 штук коробки. Вот так она выглядит. Цвет только один. Нет цены. Фольга 206 рублей. Самоклеящийся. Мягкие самоклеящиеся обои 367 рублей. 50 на 2,8 метра. Итальянский салатник. 15 сантиметров, 150 рублей. Горшочек 119. Для тушения классический, 900 миллилитров. Шероховатая поверхность, крышка и внутренняя. Уже глянцевая. Республика Беларусь. Стаканчики. Они 159 рублей. Стеклянная кружка с крышкой. Всего два варианта есть с декором. Крышечки понравились есть с летним рисунком. Цена 72 рубля. Детские товары. Бокалы для вина 74 рубля.
Такие банки сейчас в фикс-прайсе продаются, но цену не помню. 99 или 149. Это сахарница, стеклянная емкость, объем 200. Намудрили, мне кажется. Смотрится как-то странно. 180 рублей. Хромированный металл. Френч-пресс бюджетный. И ваза 203 рубля. Набор 7 предметов. Стеклянные. Такие я снимала больше года назад. Удивлена, что до сих пор в продаже. И цена на них, скорее всего, да, 656 рублей. 32 сантиметра. Керамика. Отзывы были положительные. Белые тарелочки светофора. Но вот здесь ассортимент уже не отличается. Блюдо для торта. Цена 480 рублей. Со скидкой в Галамарте можно было купить за 300, за 200. Я как-то снимала. И снова формы для запекание 500 рублей. Сине-серый набор, я думала только серый. 2000. Стеклянные кружки 70 рублей, 350. И вот такая джемница, соусница, салатник написано, 250 миллилитров. Стеклянный. 34 рубля. Новый год остался. Но оценки не вижу. Ну, я имею в виду скидок. Пенал косметичка с Фетра 167 рублей. Сколько стоит, неизвестно. Ценник есть, но кто-то оторвал. Тоже косметичка, уже больше. Пластиковые стаканчики 73 рубля. Цены мне нравятся. Батарейки. Так, а это что? Набор эфирных масел 177. И салфеточки 35-38. Два слоя. Ролик для одежды в комплекте 2 блока по 20 листов. Цена 69 рублей. В Галамарте дороже. Не в Галамарте покупаю, поэтому сразу бросается в глаза. Вешалки 147, 10 штучек металлические. Но не для легкой одежды. Если покупаете для верх, не сгибается. У меня все смялись. Детская толстовка платья. Размеры можно подобрать. Ну, у меня Амина, наверное, такое носить не будет, потому что удлиненная, любит покороче. 249 рублей. Хлопок. На первый взгляд, качество неплохое. Расцветки разнообразные. Набор в ванную комнату. Понравилась цена. 122 рубля. Состоит из дозатора, мыльницы и стакана. Указано, что керамика. Что-то я в этом сомневаюсь. Покупала намного дороже. В Ашане, в Галамарте, у меня появились трещины. Скорее всего, тоже доломит. Смешной стаканчик. Смотрите, глазки и открытый ротик. Акупунктурный коврик. 100% хлопок, 27 игл. Мне вчера предлагали купить, но я как-то засомневалась, нужен мне или нет. Кстати, на Валберес цена выше. 1100 рублей, а здесь 950. Китайский метод игольчатого массажа для воздействия на активные точки тела. Размер 65 на 40. Не всем такой коврик подходит, поэтому прежде чем купить, внимательно прочитайте в интернете отзывы, вообще для чего предназначен и как пользоваться, чтобы покупка была нужной, а не бесполезной. Чипсы нори, морская капуста. За одну штуку 37 рублей, 5 граммов. И 148 рублей. Чипсы нори оригинальные. За набор. Набор состоит из 4 штук. Тоже по 5 граммов. Посмотрите, какие стройные ряды. Это продукты, консервы, грибочки. Тоже в следующий раз. На этом завершаю обзор. Обязательно вернусь и сниму подробнее. Всем пока!